Накануне работники дорожной отрасли страны отметили свой профессиональный праздник. В преддверии даты в Центре тувинской традиционной культуры и ремесел прошло торжественное собрание дорожников республики. Территории современной Тувы существовали давно. Говорит тот факт, что 390 лет назад, в октябре 1616 года, в сторону Уксунура продвигались конные повозки. Это было первое русское посольство. Ехали на подводах царские послы, атаман Василий Тюменцев и десятник Иван Петров. Ехали в сопровождении служилых людей. Временами продвигались вьючно, переходя небольшие реки вброд. Теми же путями, вьючными тропами, 26 октября 1616 года отправилось к русскому царю и первое посольство Алтынхана во главе с Каином Мергеном и Кичиен Бакшей. Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики и решения социальных задач любого региона. Это один из факторов, который способствует укреплению экономических, социальных и культурных связей не только внутри нашего региона, но и по всей стране. Дорогие работники дорожной отрасли республики, очень рада видеть здесь молодежь, транспортный техникум. Спасибо организаторам, что здесь вот эта связка поколений самая явная. Примите самое теплое поздравление с профессиональным праздником от имени кызылчан, депутатов Урала-представителей. Самое доброе пожелание. К поздравительным словам присоединился министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бадых. И в первую очередь он отметил слаженную работу дорожников по всей республике. В Туве реализуются крупнейшие транспортные проекты, бизнес-проекты. И задача всех, кто трудится в дорожной отрасли, обеспечить их дорожной инфраструктурой. Без этого развитие республики просто невозможно. Пример сегодня. Вот АЭС Майор сказал, напомнил про аэропорт. Какие планы у нас? Мы с гордостью можем сказать, что сегодня там полностью реконструкция ведет наше дорожное предприятие ООО «Восток». И, как бы сказать, нам приятно, бывая в командировке в Москве, в Росавиации, гордостью сказать о том, что там наши трудятся и при этом очень качественно и очень быстро. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были отмечены лучшие работники отрасли. Напомним, что профессиональный праздник «День работника дорожного хозяйства» отмечается в России с 1996 года каждое третье воскресенье октября. В Кызыле снесли круглосуточный киоск по улице Кочетова. Массовое обращение жителей соседних домов городским властям с просьбой остановить беспредел у 40-го магазина были частично выполнены. В четырех киосках, по сообщениям граждан, круглосуточно велась продажа спиртных напитков. После двухлетних судебных разбирательств по двум из четырех торговых павильонов суд принял положительное решение по иску мэрии. По двум другим судебные тяжбы продолжаются. Так, по решению суда был снесен киоск номер 3, торговый объект, на котором значилась вывеска «Шаурма», признан самовольной постройкой. Кроме того, суд признал киоск «Большевик», расположенный с западной стороны супермаркета по улице Кочетова, самовольной постройкой. Суд вынес вердикт и обязал владельца снести строение за свой счет в течение одного месяца. В отношении оставшихся двух ларьков пока ведутся судебные разбирательства. Накануне Дня народного единства 3 ноября в каждом регионе страны, в том числе и в Туве, пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного. К его проведению подключилось Россотрудничество. В прошлом году Тува заняла 25-е место среди регионов России. В этом году республика нацелена улучшить свои позиции в рейтинге «Большого этнодиктанта», и в этом может помочь любой желающий. Для этого достаточно прийти 3 ноября на одну из заявленных площадок. В муниципальных образованиях республики диктант можно будет написать в центральных районных библиотеках. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.